ешқашан да ұмытпайды ерлігін. Елім деген, жерім деген тектілін. Ұрпағын бейбіт күнде бақтабады, өзіндей от жалынға аттанады. Ел үшін отқа түскен патрулмен мәңгілік тұсынырып мақтанады. Талгат Касенов родился 8 июля 1981 года в селе Подлесное Зерендинского района, бывшей Кокшетауской области. Героизм Талгата, который погиб, выполняя служебный долг, стал темой для журналистских расследований, публикаций и даже книги. В средней школе села Байсерек установлена мемориальная доска в честь Талгата. Родители героя, принявшие участие в церемонии открытия кабинета, поблагодарили коллектив и руководство школы. Мы очень благодарны вот за оформление такого кабинета. Директору школы спасибо, всем учителям. В те трудные годы мы жили здесь, нам было очень тяжело. Оказали нам, можно сказать, душевную поддержку. У него дочь осталась, тоже увлекается шахматой, очень хорошо играет. Вот жаль, что она сегодня не смогла приехать, она в Павлодарской области проживает. Учится в 5 классе, также занимается спортом, так же, как и наш сын. Хочется сказать спасибо, конечно, за внимание, за память нашему сыну. Он увлекался шахматами, в основном волейболом, гиревым спортом. Готовил себя к жизни, в армии служил десантником. В лесхозе его уважали, где он работал. Он тушил лес, лес спасал, людей спасал. За это он огражден. Авторитет его в лесном хозяйстве Эрцуармана Павлодарской области. Большое очень спасибо им. Открытие шахматного кабинета, который будет носить имя народного героя, не случайность. Талгат с детства увлекался спортом, особенный интерес проявлял именно к шахматам. Он выпускник Байсерекской средней школы. На данный момент в школе обучаются 75 детей. По словам специалистов отдела образования, в Зерендинском районе действуют 4 шахматных кабинета. Этот стал 5-м. Таким образом, интерес молодежи к этому виду спорта растет с каждым годом. Зеренді ауданы білім бөлім басшысы Жангелді Өсімжанұлы Уайсовтың бастамасы бойынша. С 2017 года действуют шахматные кружки, введены дополнительные занятия. Сначала занятия по шахматам проводились в начальной школе, затем и для учащихся 5-8 классов. Этот вид спорта способствует развитию мышления у детей, помогает лучше изучать предметы естественно-математического направления. Ученики средней школы села Байтерек во внеурочное время могут свободно заниматься шахматами в специализированном кабинете. Коллектив поддерживает детей, так как среди учащихся много талантливых и подающих надежду ребят. Анель Бисенбаева, Балауса Жаксыбай, Дархан Сагын, Жахангер Мукамбетов, Кокши Акпарат.